при этом заходишь в свое имя, будешь постоянно называть какое-то другое имя. Но свое ты не можешь вспомнить, оно ты не слышишь, не видела никогда, не читала. Его просто не существует в твоей реальности, в которой ты живешь. Мне кажется, просто смеялась. Пока я тебе его не верну. Итак, раз, чувствую себя великолепно. Два, ты забываешь напрочь свое имя. Три, открой глаза. Как ее зовут? А я? Набери, давай, скорее! Серьезно, забыла? Маша! Я Маша зовут. Наташа, да? Нет? Хорошо, смотри, видишь пальцы? Волшебные пальцы. Вот здесь находится твой голос. Сейчас я на время возьму так вот, собираю у меня в руках твой голос. Ты не можешь говорить. Ты чувствуешь комфорт, великолепно. Ты чувствуешь себя абсолютно супер, просто не можешь говорить. Потому что твой голос у меня в руках. Ты видишь? Скажи, сегодня хороший день. С каждым вдохом выдохом все больше и больше. Смотри, я возвращаю тебе голос. Скажи, сегодня хороший день. А как тебя зовут? Хорошо, смотри, видишь палец? На лбу есть кнопка, которую ты вспоминаешь. Как тебя зовут? Дима, нет вообще. Ирина, хорошо. Как тебя зовут? Вы нас научите мазамерс? Только щербет можно представить. Что в голове? Говори. Ничего. Доска пустая. Хорошо, смотри. Смотри внимательно на палец. Сейчас я дотронусь до лба, ты вспомнишь свое имя. Раз, два, три. Как тебя зовут? Ирина. Сделайте нам тоже такой фокус. Как ее зовут? Ирина. Ирина? Ирина Оксана. Спать. Глубже, 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 глубже. Охереть можно, да? Теперь я ставлю тебе... Я возвращаю тебе имя, возвращаю голос, ты чувствуешь себя великолепно, суперски. Ты всегда помнила свое имя, всегда будешь его помнить. А сейчас я ставлю тебе еще одно очень сильное постгипнотическое внушение, на которое невозможно сопротивляться. Каждый раз, когда я буду говорить слово «чай», это будет самое смешное слово на свете. Просто невозможно сопротивляться. Вот ржака нереальная. Просто «чай» — это самое смешное слово на свете. А если буду дотрагиваться до плеча вот этого, смех будет увеличиваться в 10 раз. Громче будешь смеяться, чувствуешь себя великолепно. И если будешь сопротивляться, тем сильнее громче будет смех. Тем сильнее будет сложнее его просто сдержать. Будет очень смешно. Итак, на счет 3 я досчитаю до 3. Дотронусь до лба, ты откроешь глаза, будешь находиться в состоянии глубочайшего транса, будешь чувствовать себя великолепно, и при этом слово «чай» – самое смешное слово на свете. Итак, раз, два, три. Как ты себя чувствуешь? А как тебя зовут? Ирина, хорошо. А чай не хочешь? Нет. Чай? Давайте к нам! Нет. Чай. Блядь. Чай. Ёбать. Чай. Не надо сопротивляться, вы чем больше сопротивляешь, тем сильнее и громче смех. Чай! Чай! А сейчас я щелкну пальцами, и смех будет минуту длиться без остановки. Давай, давай, Мансуру! Чай! Скажи мне! Давай на мне будет нахуй! Хорошо, спать! Спать. Я стираю постгипнотическое внушение на слово «чай». Это самое обыкновенное слово, которое вызывает абсолютно нормальную реакцию, которая всегда была. А сейчас я беру твою руку, приклеиваю к твоей голове каким-то супер волшебным клеем. Она приклеивается и срастается с твоей головой. И как бы ты ни пыталась, когда откроешь глаза, ты не сможешь отцепить свою руку. Вот абсолютно никак. Она полностью приклеена к голове. Чем больше будешь пытаться оторвать ее от головы, тем сильнее она будет приклеиваться. Итак, раз, два, три. Открывай глаза. Второй рукой пробуй. Смотри, она тоже приклеилась. Сейчас я дотронусь до носа, руки отцепятся, но при этом рот широко-широко откроется. Бежи мой бюджет! Давай, бежи мой бюджет! Открывается челюсть, челюсть, челюсть. Я с воскресеньем нарвал. Извини, они тут
хлопнем в ладоши, рот закроется. Спать. Чай горячий. Глубже, 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 глубже. А сейчас? Нет, она не приходит. Я ставлю тебе еще одно очень сильное постгипнотическое внушение. Потому что когда ты откроешь глаза, все в этой комнате будут абсолютно голыми. Ты будешь четко и ярко это видеть. Все будут голыми. Итак, на счет три ты откроешь глаза, будешь находиться в состоянии глубочайшего транса, и при этом все будут очень голыми. Просто полностью голыми. В чем мать родила? Раз, два, три. Я стираю постгипнотическое внушение, то, что все голые, но при этом сейчас, когда я начинаю дотек, ты откроешь глаза, будешь на состоянии очень глубокого транса, при этом ты будешь голая. Ты не сможешь встать, потому что приклеена к дивану. Но ты будешь голая абсолютно. Итак, раз, два, три. Она тоже здесь отдыхает, но она стеснялась подойти к нашим клиентам. Ой, не надо. Что ты видишь? Не голая, что ли? Ну вот, ребят на камеру снимают. Ты сидишь, не прикрываешься. Это штука я вижу. Ну, я не знаю. В смысле? Спать. Раз, два, три. Итак, я стираю постгипнотическую машину, то, что ты голая, а ты там в том же, что он была. А сейчас я ставлю тебе еще одно. Самое сильное постгипнотическое внушение, которое я мог только поставить. Сейчас, когда я досчитаю до трех, ты откроешь глаза, будешь находиться в состоянии глубочайших трансах, и при этом ты больше не Ира. Ты родилась Вадимом, ты всегда была Вадимом, тебе 25 лет, ты инженер приборостроения, ты приехала из города Коктюбе. И сейчас расскажешь нам свою историю. На счет три. Открой глаза, будешь туда сами глубоко транса, и ты Вадим. Всегда была. Ты им родилась. Ты родился, Вадим. Раз, два, три. Как тебя зовут? А чем ты занимаешься? А откуда ты? А сколько тебе лет? 25. Чем ты занимаешься? Работаешь? А что здесь? Ну, как вообще? Нормально? Нравится девушка? Спать. Я стираю постгипнотическое внушение на Вадима. Ты снова Ира. Я забираю Вадима, его никогда не существовало. Ты Ира всегда была ею. И сейчас я буду выводить тебя из гипноза. Итак, я досчитаю до пяти, и ты полностью выйдешь из состояния транса. Итак, раз. Энергия расслабления покидает твое тело. Два. Все звуки возвращаются. Три. Ты чувствуешь великолепное ощущение, как будто бы ты выспалась. Ты не чувствовала себя никогда так раньше. Ты настолько отдохнула и чувствуешь себя великолепно, что ты готова совершать и решать любые вопросы, которые у тебя возникают в твоей голове. Три.
завтра, когда ты проснешься, ты найдешь ответы на все вопросы, которые тебя беспокоят. Абсолютно на все. Ты будешь четко знать, что и как делать. Ты будешь готова делать все, что ты захочешь, все реально. Ты веришь в себя настолько сильно, насколько это возможно. А твой мозг безграничен. Ты веришь в себя безгранично. Ты настолько успешна и всегда ей будешь. В твоей жизни будет все хорошо. С завтрашнего дня, каждую минуту, как только ты проснешься, в твою голову будут приходить идеи, гениальные идеи, которые будешь реализовывать и станешь очень успешным. 4. Все мои внушения начинают работать в 200 раз сильнее. И сейчас я стираю на время все, что мы тут делали. Для тебя гипноза сегодня не было. До того момента, пока я не попью чай, для тебя абсолютно не было гипноза. Ты вообще даже не веришь в это. Этого не было никогда. До того момента, пока я не попью чай. Как только я попью чай, ты вспомнишь все ярко и четко. А сейчас я у тебя забираю все воспоминания, связанные с гипнозом. Ты будешь хотеть попробовать, но ты не веришь в это. Глубокий вдох. И 5. Ты полностью вышла из гипноза. Открывай глаза. Как ты себя чувствуешь? Давайте. Друзья, братья, родные. Послушайте. Ау? А ты знаешь, что я гипнотизер? Большой брат наш. А хочешь попробовать? Скажешь слово наше. А ты вообще когда-нибудь был гипнотизер? Да. Нет? Серьезно? А ты веришь вообще? Постоянно везде выступал. Сейчас подожди, я просто людям фокусы показывал. Смотришь? Родной голос. Тише, давайте. Погромче себя, как ты умеешь, брат. А теперь хотите фокус покажу? Смотрите. Тебя Женька зовут, да? Да. Спать. Есть? Ёб твою мать. Ты полностью выходишь из состояния гипноза на счет 3. Для тебя все, что я сказал, ты вспоминаешь, ты самая успешная и самая лучшая, ты самая красивая, ты будешь безумно успешной. Твоя голова, приходи гениальные идеи, ты будешь супер здоровый, никогда не будешь болеть. Если у тебя есть какие-то аллергии, они, их не существует, я их забираю. Их никогда не было. 1. Энергия расслабления покидает твое тело. 2. Энергия бодрости, как электрический ток, начинает наполнять тебя от макушки головы до кончиков пальцев ног. И глубокий вдох. 3. Ты полностью вышла из состояния гипнотического транса. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Можешь подвинуться, пожалуйста?